Да, на улице уже прохладно, но ничего, сейчас немножко погуляем и пойдем домой, да, Дан? Да. Ты меня поняла? Поняла. Все, поехали на площадку. Артем, ты почему ребенку не взял мастерку? На улице же холодно. А от комаров почему ничего не взял? Вдруг я покусаю. А че я? А что, я должна была брать? Артем, мог бы сам подумать. Твоя сестра. А тебя комарики не кусают? Ой, о, какие люди! Дана, привет! Привет, папа! О, вот мы и встретились. Идемте на площадку играть. Круто, мы даже на площадку в одно время пришли. Дима, ты зачем мой мопед брал? Ты колесо пробил, ты видел? Я его не брал. Так Костя сказал, что ты пробил колесо. На нем Костя катался. Так, мальчики, хватит спорить. Пойдемте уже на площадку, а то мы не успеем. Встретим Костю, потом поговорим. Артем, давай быстрее. Ты хочешь, твоя сестра на площадке погуляла или нет? Так, девочки, нельзя кривляться. Дана, не кривляйся, это некрасиво. Артем, давай быстрее, иди. Дима, поехали на площадку. Папа, гоним заезд. А, точно. Так, Артем, твоя сестра, что ты не везешь? Бери, помогай. Нормальный. Так, сейчас пойдете гулять. Так, Артем, давай вытаскивай свою стешу, пусть играют с Даной. Так, Дана, давай. Так, аккуратно. Артем, могу помочь. Тоже мне брат называют. Все, девочки, вы бегите гуляйте, а мы пойдем на скамейку. Скамейку посидим. Не ссорьтесь. Саша, смотри, как я умею. А ты так не умеешь. А я умею вот так. Ой-ой-ой. Артем, а сколько твоей сестре лет? 6. Прикольно, Дане тоже через неделю будет 6. Дима, так кто пробил колесо на моем мотоцикле? Костя. Артем и Дима, вы мне уже надоели. Там уже дома будете разбираться, кто кому пробил колесо. А здесь мы будем играть. Вон, смотрите, как они играют. Дана! Стеша! Дана, мне Стеша толкнула. Дана, я обидеть чуть вообще-то нехорошо. Идите играйте и будьте дружными. Хорошо. Ой. Может, хватит уже за ваш мотоцикл разговаривать? Да, лучше за сестрой посмотри, чтобы никто не толкался. Да. Папа, а Дана мне язык показала. Артем, ты же не слышишь, Стеша жалуется. Стеша, будешь жаловаться, домой пойдешь. Ох и дети, ох и подружки. Даша, ты знаешь, почему Капа и Диана не берут трубку? Настя, если бы я знала, я бы тебе сказала. Я сама не могу к ним целый день дозвониться. О, Даша, Настя, стойте! О, Костя! А ты откуда здесь взялся? Да я ищу Диму и Артема, они пропали и целый день трубку не берут. Странно, мы Диане и Капе тоже дозвониться не можем. Ладно, раз мы втроем, пойдемте на площадку, не так будет скучно. Хорошо, пойдемте, все равно делать нечего. Слышала, хорошо. Стеша, давай лепить замок. Давай. Артем, чего сидите? Давайте нас на карусели покатайте. Да, давайте, иди сюда. Быстрее. Дима, как они надоели. То-то все. Да пойдем. Только, мальчики, катайте не сильно. Да, не хорошо. Сильно. Я вас знаю. Так катайте. Все, выступай, Дима, хватит. Хватит. Сейчас они перехотят кататься. Да. А ну быстро остановили нас! Дима и Артем, сейчас я вам покажу. А ну быстро! Так, Дима, останавливай! Ух, можно было так не резко! Нет, все, хватит! Стой! Дайте нас спать. Нет, я посижу, только не катать. Смотрите, да. Это Капа, Дима и Артем? Даша, ты что-то не видишь? Прям как родители, с младшими сестрами. Слушайте, ребят, а давайте проследим за ними, будет прикольно. Ага, насмеемся. Пойдем.
Девочки, вы это видели? Я смотрю, у них неплохо получается. Как няньки. Девочки, может, пойдем к ним на площадку? Да нет, давайте лучше за ними понаблюдаем. Интересно будет. Да, это ж надо, так сдружились, а от нас трубку не берут. Так, сейчас уже прохладно становится. Скоро домой пойдем. Да, мальчики, все, хватит. Маленькие дети сидят. Я пошептаюсь. Сейчас мы встанем, и мы вам такое устроим. Конечно. Ладно, пойдемте на горку. Да, пойдем. Где же слазь? Артем вот постоянно убегает. Так, подожди. Аккуратно. Пошли. Артем, ты нормально сам катаешься? А Стешу покатать? Стеша, Дана. Артем, я боюсь. Да ей давай. Артем, я хочу пить. Тиша, где я тебе сейчас воды возьму? Ладно. Яна, я хочу домой, я замерзла. Так, Дана, все, гуляем 10 минут и идем домой. Давай, иди нормально гуляй, а то придем домой и скажешь, что ты опять на площадку хочешь. 10 минут, Дян, и домой. Что-то я замерз, поехали домой. Артем, ну ты мерзляк. Все не замерзли, один ты замерз. И вправду, ребята, давайте сейчас забираться домой, а то холодно. И да, комары я замерзла. И комары он сейчас налетят. Да, Дана, давай, быстрее собирайся и поехали домой. Дана, еще чуть-чуть. Так, Стеша, пойдем в колеса. Вот правильно, но я уже не могу сидеть. Так, идем, Стеш. Сейчас тебя Артем посадит домой, отвезет. Помогай давай. Боже, Артем, ты ничего сделать не можешь. Все помогать надо. Да, давай, садись. Сажусь. Все, и поехали домой уже, а то холодно, да? Да. Давай. Все, засунулась? Да. Поехали. Смотрите, выезжают, прячемся. Да, прячемся. Еще встретимся. Да. Это точно. Конечно. Смотрите, они уходят. Давайте за ними проследим. Да, давайте. Так, давайте так договоримся, что с Костей, Дашей и Настей мы больше общаться не будем. Ну хорошо. И не будем говорить, что мы все на площадку ходили. Хорошо. Да, если что, мы на площадку не ходили. Мы с ней дома. Диана, не обидится. А вы не хотите с ним общаться? Так хотите или не хотите? Нет. Я же говорю, без них ты гулять будешь. Хорошо. Ладно, ладно. И им ничего не говорите. Да, хорошо. Смотрите, какие веселые. Настроение у них хорошее. Да, прям как родители. Идемте ближе, а то мы их с виду потеряем. Подожди, мы не успеваем. Девочки, хватит за ними бегать. Давайте их опередим и типа случайно с ними встретимся. Да, давайте, да. О, привет, Дима. Привет. Что вы уже тут няньками заделались? Костя, это ты мне колесо проколол? Нет, не я. Дима, ты мне сказал это Костя. Я? Дима, что я? Это ты проколол колесо. Капа, Диана, почему вы трубки не берете? Мы вам целый день звонили. Даша, вообще-то я была занята с младшей сестрой на площадке, поэтому трубку и не брала. И я занята была, я вот Артему сестру помогаю гулять, а то Артем вообще не справляется. Да, Артем? Ладно, идем домой, а то холодно и уже темнеет. Вообще-то мы и так домой шли. А я вообще не понимаю, откуда вы тут нарисовались. А мы вообще-то за вами следили уже давно. Так, ладно, хватит уже. Мне все равно, кто там за кем следил. Идемте домой уже, холодно.